С вами магазин фокусов magiclessonshop.ru. И в этом ролике мы с вами посмотрим вот эту волшебную книжку-раскраску. Итак, заглянем внутрь. И мы увидим, что все страницы абсолютно пустые, чистые. На них ничего нету. Но сейчас магическим образом проведем руками и снова смотрим, что же внутри. А внутри появились картинки, но картинки эти пока еще черно-белые. У меня есть вот такая вот разноцветная ручка. Здесь у нас много разных цветов. Синий, зеленый, красный, черный, желтый и так далее. И сейчас я раскрашу этой ручкой эту книгу. Но не обычным образом, а волшебным. Смотрите, я беру отсюда все цвета и перемещаю в книгу. Давайте посмотрим, что получилось. Смотрим. Да, и наши картинки стали разноцветными. Если мы захотим, мы можем начать сначала. Все убираем, все стираем. И снова проверяем, что же внутри. И внутри снова ничего нет. Вот такая вот интересная волшебная книжка-раскраска. А теперь давайте посмотрим, в чем же секрет. Итак, секрет данного фокуса. Все дело в этой книжке. А смотрите, если мы держим с этой стороны, с нижней части пролистываем, то у нас все страницы пустые. Пролистываем с верхней части, то у нас появляются черно-белые картинки. Пролистываем по центру, и картинки окрашиваются разные цвета. Вот такая вот интересная книжка. Такой эффект получается за счет того, что здесь специальным образом разрезаны страницы. И вам все, что вам нужно, это просто пролистывать и рассказывать какую-то историю, показывать магические какие-то атрибуты, и все у вас получится. Вот такую вот книжку-раскраску вы можете купить в нашем магазине фокусов magiclessonshop.ru. Ссылка под видео, переходите и заказывайте.